Наш медиахолдинг в этом году много внимания уделял проблемам и достижениям отрасли образования. И это не случайно. Ведь 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. И вот настало время подведения итогов. В стенах Тверского дворца творчества детей и молодежи состоялось торжественное мероприятие, посвященное непростому труду педагогического сообщества. Уходящий 2023 год для сферы образования был очень насыщенным и разнообразным. В Твери 146 образовательных учреждений. Каждое из них проводило свои мероприятия, участвовало в муниципальных, региональных и даже федеральных конкурсах и форумах. В начале года Управление образования администрации города Твери анонсировало 12 ярких и масштабных событий, которые были успешно реализованы. Хочется отметить такие интересные форматы и события, как форум молодых педагогов и ветеранов отрасли. Замечательный проект «100 вопросов к учителю». Очень интересной, яркой для горожан, для педагогов, для участников оказалась выставка наших педагогов, творческих работ. В Тверском дворце творчества детей и молодежи прошел фестиваль талантов, где молодые и опытные педагоги представили творческие постановки, танцы и исполнили трогательные песни, посвященные своему ремеслу и, конечно же, детям. Одним из уникальных проектов стало ток-шоу «100 вопросов учителю», где школьники, их родители и даже сами педагоги в формате открытого диалога задавали вопросы единственному в Верхневолжье народному учителю Российской Федерации Андрею Мишину. Учителями славится Россия. Вот я увидел, что этот год объединил и сплотил учительское сообщество, что учителями славится Россия, что учителя уникальные люди, которые действительно призваны воспитывать нашу молодежь. Еще одним не менее масштабным и значимым проектом стал цикл программ медиахолдинга «Тверской проспект», посвященный сфере образования. Начальник управления образования высказал слова благодарности нашему телеканалу в лице главного редактора Дмитрия Нечаева. Что же касается основной миссии 2023 года, то это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В настоящее время в образовательных учреждениях Твери работают более 5000 педагогов, которые обучают и воспитывают 83 тысячи детей. Значение этой работы трудно переоценить, ведь от нее зависит будущее.